W-Retreat Koh Samui. W-Retreat Koh Samui построен в ноябре 2010 года. Расположен в северной части острова Самуи, в 10 километрах от одноименного аэропорта, недалеко от популярного пляжа Чавенг. На берегу моря между пляжами Маэнам и Бобхут. Отель среди первозданной островной природы. Местоположение комплекса как нельзя лучше подходит для уединения. В то же время отсюда не составит труда добраться до главных достопримечательностей и центров ночной жизни Самуи. Откройте новое измерение роскошного образа жизни в отеле W-Retreat Koh Samui, концепция которого — Азия в будущем. Здесь продумана каждая деталь. Все виллы, входящие в комплекс, имеют приватные бассейны. Есть и общий открытый бассейн для взрослых и детей. Пляжи Маэнам и Бобхут сходятся углом, образуя треугольник. На пляжах установлены не только шезлонги, но и удобные мягкие диваны. Закреплены гамаки. Приобрести что-либо на память можно в сувенирном магазине прямо на территории отеля. А в зоне лобби провести время за книгой или воспользоваться услугой доступа в интернет. К размещению отель предлагает 73 виллы, оформленные в современном стиле. Tropical Oasis – апартаменты площадью 223 квадратных метра с впечатляющим интерьером. Здесь каждая деталь преследует цель создать ощущение идиллии. Мебель изготовлена на заказ. В спальне установлены большая двуспальная кровать, диван, плазменный телевизор. Телевизор имеется даже в ванной комнате, которая оборудована ванной и тропическим душем. Территория виллы, включая приватный бассейн, террасу и зону отдыха, утопает в зелени тропического сада. Виллы категории Ocean View Escape по дизайну и оснащению идентичны номерам Tropical Oasis. Отличие в том, что они находятся в самой высокой точке комплекса, откуда открывается вид на залив. В классе с предыдущими категориями номера Ocean Front Heaven. Их особенность – расположение на самом берегу и прямой выход на пляж. Единственные в своем роде двухэтажные апартаменты Extreme Wow Ocean Heaven имеют площадь 892 квадратных метра.
В номере две спальни. В одной установлена большая двуспальная кровать, выделена рабочая зона. Интерьер апартаментов изысканный, уютный, выдержан в приятной цветовой гамме с преобладанием оттенков зеленого. Вся мебель деревянная. Есть собственная ванная. Другая меблирована двумя односпальными кроватями и тоже имеет отдельную ванную комнату. Обстановка оригинально оформленной гостиной включает обеденный стол, диван, телевизор. На террасе обустроена зона отдыха с просторным диваном. Абсолютный комфорт и вид на бассейн площадью 130 квадратных метров, а также на море и пляж никого не оставит равнодушным. На завтрак гостей приглашает ресторан The Kitchen Table. В меню большой выбор блюд китайской, европейской, тайской и вегетарианской кухни. Столики размещены как внутри помещения, так и снаружи. Дополнительное удовольствие во время трапезы – виды бесконечного моря с островами вдали. Ресторан японской кухни «Наму» известен далеко за пределами отеля. На ужин гостям подают блюда из морепродуктов с разнообразными соусами. А посетители могут наблюдать процесс создания деликатесов, поскольку все готовится в открытых кухнях. Бар на пляже «Сип» привлекает захватывающей атмосферой, стильным дизайном и живописным окружением. Здесь готовят восхитительные коктейли. Расположенный в лобби Ву-бар – прекрасное место для отдыха и днем, и вечером, в свете луны. Можно устроиться на мягких подушках и наслаждаться покоем, напитками и оригинальными закусками. Для тех, кто даже на отдыхе не забывает о делах, отель W Retreat Koh Samui предлагает полностью оборудованный конференц-зал с площадью 120 квадратных метров.
Для энергичных людей в отеле доступен фитнес-центр, работающий круглосуточно. Здесь каждый найдет программу по душе. Кроме тренировок, можно заняться каякингом или поиграть в большой теннис. В отдельном спа-центре практикуют различные методики оздоровления. Исключительная атмосфера, яркие цвета, необычные ароматы, успокаивающие звуки, расслабляющие процедуры, сауна, собственный бар, салон красоты и многое другое подарят возможность испытать максимальный релакс.